Убери волосы. Я хочу выглядеть красиво. Ну что, красота, страшная сила. Мне не хочется ее бить. Это единственный качок, которого не хочется бить. Хотя я не знаю, что с ней делать. А смотри, миссионерская поза, только ты сверху. Ага. И твоя задача его добивать. Ой. Так, ручками помахать. Короче, не женское это дело, девчонки. Проще сиськи показать и убежать. Пацаны, заказал себе еду гроу-фуду, такая коробочка, сейчас я вам покажу, что там. Кукуруза, значит, плюс вот таких два шашлычка получается, да, и соус, и кетчуп, пятиразовое питание в день. По промокоду Тарасов скидка всем, пацаны, скидка, покупайте. Друзья, всем привет, с вами Артем Тарасов и спортивный клуб Bike Pro, и сегодня у нас для вас сюрприз. Нам придет не просто качок, а девушка, бывшая фитнес-бикини, сейчас просто девушка-качок. Очень красивая, соблазнительная. Смотрите и наслаждайтесь. И лайки, лайки, лайки. В общем, друзья мои, вот пришла Даша. Тот момент, когда хочется не мучить, а нежно обнять. Сережа, не слышал, ты, надеюсь? Так как Даша пропустила разминку, давай сейчас легкую начнем. Все, поехали. Разминаемся, прыжки на одной ноге. Прямая нога. Какая задача? Записать плечо, живот, грудь, не будем трогать. Спасибо. И колени. Левая нога впереди. Теперь мы должны с тобой, кому ножки отток. Покажи, что там. Оп, и смотри. Оп. Оп. Руки отрываемся часть, защиту на ноги, капы. Это жесть. Мне не хочется ее бить. Это единственный качок, которого не хочется бить. Давай, Зай, поправь на волосы. Заправить надо? Было их. Ладно, сейчас я сделаю нормальную прическу. Ох уж эти девушки. Поржать пришла? Нет. Ну, сейчас получится. Да. Хорошо, парень, давайте еще раз запоминаем, что мы делаем. Давай, попробуй ударить. Левый. Да. Ух, блин, ни хера себе машина. Да. Он дал мне в лицо. Аккуратно, слышишь? Я же аккуратно. У меня, знаешь, какой хук вообще? По-любому. Давай, хук. Снизу. И боковой сюда. Она боится плотных мужиков, я понял, но не будет. Так, в лицо не бить. Да, и мы сейчас отрабатываем, даже все хорошо. Вот, середина. Левая руки, медленно прыгай, Даша. Постарайся вот эти костяшки, чтобы мы научились. Займу шею. Нет, нет. Давай. Берешь мяч. Левый ходит, Даша. Левый. Хотя я не знаю, что с ней делать. Мне нравится, вот ты пам-пам. А пам-пам нет, ты понимаешь? Пожёстче, доставь руку. Блин, ты ну больно. Бери его. Не знаю, скажи что-нибудь матное, я не знаю. Ну, позови меня, давай. Даша, он к Серёже приставал. Ах, ты плохо. Ну, вот. Пам-пам. Все. Еще! Да нет, ты что? Хорошо, давай, усложняем. Теперь левый прямой. Отсюда левый прямой, видишь, опять на ноги встал. Я отсюда правый боковой. Давай, левый прямой. Ударь, ударь. Бей его сюда. Ударь его сильнее, ударь. Не туда. Надо его там бить. Опускай правую руку. Да куда ты его бьешь? Да вот же, ты показал почему. На голову, представь, бей. Да не могу я бить голову, ты что? Вот сюда его надо. Поставь. Берешь. Ага, не надо. Хорошо. Сейчас. Сейчас, ты видишь, да? Да, и склон кика, да? Бам, внутренний лоб. Все понятно, да, они... Охренеть. Поехали. Я походу все. Доминируй, давай. Давай. Да, у Артема тут не забалуют, не тренируют. Короче, давай, сейчас будешь учиться бить коленом. Вынос колено, вперед. Все. Давай. Не так, не так. Давай, сюда. Да, должна как бы туда, как будто гвоздь забивает, да, туда. И на место ногу. Ты просто поставь ногу ближе сразу. Во, да, и отсюда сразу же бей. Во. Да, лучше, да. И таз вперед. И таз вперед. А теперь смотри, да, встала с разножкой. Левой.
Нож поменял? Нож. Раз, два, вот. Ломай на руки, сразу прихвати его. Положите, давай, 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 работай, работай, работай. Давай попробуй, да. Это уже другая немножко. Ой, боже мой, я ударил. Она просто хочет пообниматься лишний раз. Давай, что, давай, давай, сюда, давай. Я напомнила сейчас бабку из «Не грози Южному Централу», выпивая сок у себя в квартале, такая там бабушка. Давай, сынок, иди подеремся, иди подеремся. Левая нога впереди. Да. Я все-таки надеюсь, что она ударит ему по яйце. Да, спарринг только по корпусу. Все, поехали. Эй, господи. Ноги болят, вообще не могу. Ноги болят. Ноги болят. Давай, ты, Даша, что за фигня? Ноги болят, не могу. Ноги или ногти? Ногти. Ногти. Ногти болят. Мне нужна кредитка небольшая. Даша Наварская сочкует. Спасибо. Даша, это так мило. Всё. 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 Ой, бей, бей, бей. Вот, бей, хуячу, да, хуячу. Ну, я ругаюсь матом в сериях. Что я могу сделать? Какой стиль? Это стиль называется коммуналка центра. Раз, два, три, четыре. Во, еще раз. Три, сразу. Да, два, три, четыре. Во. Работает, работает. Минутка еще, минутка. Денис, отсюда. Ох, какой кошмар вообще. Даже представь, что это рыжая женщина. Ох ты, ёб твою мать. Давай, давай, мальчик. Еще, 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 еще. Я убил его же женщину. Ты что, борьбы не знаешь? Никита, слава богу, я не знаю борьбы. Ой. Так, ручками помахать. Короче, не женское это дело, девчонки. Проще сиськи показать и убежать. Демонстрируешь, как эта техника? Нет, это Сережа рядом. Давай. Какая экстремальная ситуация была, напали. Напали, да. Давай, давай, работай дальше. Конечно, еще. Еще очень много жира. Он хорошо продал. Я могу сказать, что ты работаешь лучше, чем 90% качков, которые сюда приходили мужики. Крутяк, слышал, да? Я только что сравнили со всеми мужиками этого клуба. Плюс один. Да, они инвалиды были. Время! Друзья, Наварская схватывает просто все на лету. Мне кажется, она станет будущей принцессой ММА. Если ее внешность, ей надо рубить, бросать эту качку нафиг и идти в ММА. Разворачиваешь ножки между ног, вот такое движение. Ножки вместе и присел чуть-чуть. Ага. Вот, я держу. Одна рука вот здесь вот, другая за спиной. Раз, я развернулся, я отсюда бросочек. А вот здесь. Другая за спину. Сюда. Развернул. Вот, да, бросай. Давай, давай. Правой рукой отпускай. Ну и ноги отпустим. Давай, давай, так я сам приземляю. Давай. Раз, два, раз. Тот же самый бросок, как серьезно. Давай.
Неожиданно, да, я не ждала. Давай чуть-чуть. Никита, это так круто вообще. У тебя аттракционы, да, тебя не бой, тебя аттракционы. А что, может, ты двое, я одна? Сережа, ты слышал? Двое, одна. Ну, я понимаю, ты хочешь партере. Ну, давай в партере. Смотри, миссионерская поза, только ты сверху. И твоя задача его добивать. Добивать? Все мячи. А, нет, давай позу верхом садись на нас. Ну, на маунт. Маунт, да, верхом. Сереж, можно сесть? Садись. Корпус, да. Только боковые, давай. Садись. Странно, если бы он был не рад. Садись выше на руки. Прямо на лицо. На лицо. Не внушающий, да? Правой рукой берешь его. Ну давай, вот так теперь левую ногу перекинь на голову. И ложишься сюда на спину. Вот сюда ножку. Ногу туда, а на спину сюда. На спину, да. Жопа, что я выпью. Ложись. Жопа, ты сюда на спину. Вот, вот. Таз наверх. Жопа вверх. Вот, да. И все, что ли? Может, несколько раз так сделать. Сейчас сделаешь. Просто вот, смотри, бери руку. Пододвинулся. Бери руку вот эту, вот эту. Ближе. Теперь эту ногу, вот сюда закидывай. Резко. И сюда. И все. Ближе, надо, сейчас. О, вообще, это очень круто было. Сейчас будет еще круче. Все, поехали! Работаем! Отжаться! Отжаться! Давай, скажи! Куда так разогналась, да? Ты чего? Выше, выше. Хорошо, хорошо. Выше колени, выше колени. Даша, иди. Ты банку видел? Вот, да, красава, можешь. Блин, руки забились. Зачет! И так дальше, десятилетиями. Прыгать! Два, три, два, подъем, солнышко, пошли! О чем они думают сейчас, как ты думаешь? Ну что, друзья, к нам приходил очередной качок, точнее, это девушка-качок, очень милая, очень крутая. У нее получалось, на самом деле, круче, чем у многих. И это круто, что она старается и что она может и отстаивать честь качков, честь вас, пацаны. Приходите, оставайте честь качков, приходите все, любые виды спорта к нам. Мы вызываем всех и готовы принять вызов от любого. Приходите, с вами был клуб Fight Pro, Артем Тарасов. Мой ученик Артем Остяков, кстати, тоже бьется на турнире Дольче. Приходите на бой Дольче, питайтесь Grow Food, покупайте в магазине Sportfighter.